Предпоследняя игра предпоследнего тура наших соревнований в конференции «Премьер». Встречаются «Сбербанк» и команда «Газпром Энергохолдинг». «Гэх» у нас в синей форме, «Сбер», соответственно, в форме красного и черного цветов. 9 очков всего лишь у «Газпром Энергохолдинга» после 7 матчей, но с учетом того, что у нас все команды сегодня очки теряли, то «Газпром Энергохолдинг» уж за бронзу, серебро побороться точно сможет. Здесь особенно нужно вспомнить неудачи «Мосэнергосбыта», которые сегодня команду постигли. У них осталось 13 очков после 9 встреч. Так что «ГЭХ», если сегодня 2 игры выиграет, то 15 очков наберет и на 2 балла будет опережать «Мосэнергосбыт», имея такое же количество встреч. И на 1 очко будет опережать «Банк ВТБ». У них после 9 матчей 14 баллов. Но соперники сегодня у «ГЭХ» непростые. «Сбербанк», который пусть и не стабилен, но может собраться и навязать серьезную борьбу. Тем более команда сегодня одну игру уже выиграла. И выиграла у «Банка ВТБ». А во втором матче сегодня «ГЭХ» будет встречаться со «Спецсвязью». Прошел пас по центру. Что там, столько игроков находилось, и своих, и чужих. Что шансов-то было немного. Сидин. Нарушение правил было у «Сбербанка». Первый фол в игре. Рахимянов. И теперь уже фолит Сидин. Практически первая атака сейчас была у «ГЭХ». Фролов. Аут вводит. Даже угловой. Угловой подает «ГЭХ». Сидину под удар. Thank you.
Продолжает контролировать мяч Сбербанк. Очень мало событийным получается футбол. Душкин скидку хорошую делает и обратно получает пас. Слишком уж сблизился с вратарем и затянул с ударом Душкин. Фролов. Отыгрывает Сбербанк назад. Скорее нужно аут вводить. Не успел игрок. Сидин. Натесняют его корпусом, но умудрился передачу сделать. Мяч буквально по ленточке катился. Никто не откликнулся на пас. И 2,5 минуты остается до перерыва. Может быть, перерыв взбодрит команды. И более атакующий футбол будут они показывать во второй 10-минутке. Удар с лёта. Получилось приложиться к мячу, но снова мимо ворот. Душкин выцарапал мяч. Фролов. Очень близко к голу, но не гол. Так, свободный удар. Многовато передать вратарю. Секунды перерыва и последняя минута первого тайма. В ней секундомер не останавливается, в отличие от заключительной минуты матча. Потеря мяча рядом с своими воротами. Доверного решили сберовцы этот момент разыграть. Контратака. Не попадает мячу Мовсесян. Звучит свисток. Второй тайм. В первой 10 минутке мы забитых мячей не увидели.
Локтионов появился на площадке у ГЭХ. Может быть, он оживит этот матч. Ну, пока что мы видим приблизительно то, что и в первом тайме Сбербанк пытается максимально долго мяч контролировать. Вот здесь отбор Сидин исполнил. Душкин в отборе. Сам потерял, сам нашел мяч. Мяч вылетал из-под защитника. Не просто было среагировать на удар. Угловой от Сбербанка. Ворота пустые, надо помнить. Нарушение правил. Свалили на Душкине. Второй фол у Сбербанка. Попрессинговали вратаря. Забрали мяч себе сбировцы. Снова контроль мяча от Сбербанка. Неточный удар. Снова отходит назад вынужденный Газпром Энергохолдинг. Сместился к центру и пробил там рикошет. По Сидину. И пяткой забивает Максисян после шикарной передачи Фролова. Газпром Энергохолдинг выходит вперед. 1-0. Дождались мы все-таки забитых мячей. Thank you.
прошел заброс на Мовсисяна. Но это не был пас вратарю. Держите, 4 минуты, держите! Сисян хорош в отборе, против него фалят. Третье нарушение правил Сбербанка. Вносит решающий вклад. Ворота пустые. Душкин бьет. Вратарь уже не успевал. Мячу, так что если бы Душкин попал, то увеличил бы преимущество ГЭХ. Забивает Рахимянов. 2-0. За 2 минуты до финального свистка. Ну, смотрим, что предложит Сбер. Подустали сберовцы, это видно. Ну, только один человек находился на скамейке, поэтому приходилось играть вот той четверкой, которая есть на поле. И основа, единственный состав Сбербанка, конечно, подустал. Здесь практически расстреливают ворота сберовцы. Тайм-аут берет ГЭХ. Игра продолжилась. Пошла последняя чистая минута. ГЭХу просто достаточно мяч контролировать. Фролов. Сидин. Почти совершил отбор. Должно
15 секунд. Ну, можно еще забить гол престижа. Но для этого нужен хотя бы удар. Удар последовал. Удар неточный. И, видимо, Сбербанк свой престиж голом поддержать не успеет. Да, так и есть. Счет 2-0.